быстро и точно. Как современные технологии избавляют электромонтеров от грязной работы? Не надо лазить по всей шахте. 25. Лифт как новенький. Опять. От чего зависит срок службы подъемника? Если он хорошо обслуживался, он вполне может продолжать работать еще и 5, и 8 лет. Говорит и показывает. Новые лифты спасут пассажиров от скуки и паники. При вызове диспетчера мы уже можем видеть и слышать диспетчера в живое время. Офисный центр Москва-Сити. Столичное царство небоскребов. Это башня Империя. Здесь 59 этажей. Неудивительно, что лифты для такой высотки собраны по индивидуальному проекту и проходят ежемесячную диагностику, чтобы жителям и посетителям башни в случае возможной неисправности не пришлось идти наверх пешком. Лифты, естественно, скоростные. До последнего этажа поднимаются за 27 секунд. Даже уши закладывает. Лифты в жилых домах, естественно, уступают этим в скорости. Да и выглядят порой непрезентабельно. Но современные требования к надежности и комфорту заставляют обычные лифты догонять, а то и обгонять по этим параметрам элитные. Олег Хохлов уже 8 лет останавливает и включает лифты в случае поломки или ЧП. Электромеханик со стажем сам может быстро найти возникшую неисправность. Впрочем, все чаще на помощь приходят современные технологии. Лифты последнего поколения оснащены микропроцессорными системами управления. Такой компьютер можно легко проверить с помощью вот этого маленького прибора. Благодаря этому прибору я могу проследить все события, произошедшие с этим лифтом, с момента включения его в эксплуатацию. Проверку столичные лифты проходят раз в месяц. Прибор позволяет электромонтеру быстро проанализировать состояние всей системы, тем самым экономя массу времени. Он пишет, что, допустим, с дверью на таком-то этаже что-то неправильно. То есть уже, опять-таки, не надо лазить по всей шахте, уже можно приехать на конкретный этаж. Согласно государственной программе Москвы «Жилище», на эксплуатации в жилищном фонде города находится 92 тысячи лифтов. Учитывая темпы их старения, ежегодно замене подлежат около 3,5-4 тысяч подъемников. Обновление лифтового парка должно происходить с учетом современных требований безопасности, комфортности и энергоэффективности, обеспечивающих отсутствие сбоев в работе лифтов. 25 лет – таков срок, который отведен столичным лифтом на бесперебойную работу. Дальнейшая эксплуатация подъемника зависит от того, как он обслуживался и использовался. По истечении вот назначенного срока безопасной эксплуатации, либо по окончании гарантийного, он проходит такую диагностику, очень полную и большую, где исследуется просто все до винтика. Если он хорошо обслуживался и его не портили, он вполне может продолжать работать еще и 5, и 8 лет. Для рядового пассажира лифт – это в первую очередь кабина. Именно по ее внешнему виду пользователи подъемников чаще всего и судят о состоянии лифта в целом. Но разрисованные панели и обожженные кнопки не влияют на плавность и безопасность хода. Главные механизмы расположены в машинном отделении. Лебедка, которая поднимает и опускает кабину, и система управления, мозг лифта. Именно от состояния этих агрегатов в первую очередь и зависит срок службы подъемника. За прошедшие 3 года в городе заменили около 10 тысяч лифтов. В первую очередь под нож пошли подъемники с распашными дверями и лифты в каркасно-приставных шахтах. Не стал исключением и дом 17 на Рождественском бульваре, где в начале 20 века был установлен первый в городе электрический подъемник. Несмотря на то, что не так давно лифт уже меняли, в 2008 году в доме установили современную на тот момент модель. Пятиэтажный дом с высокими потолками. Лестничные пролеты очень большие. Конечно, с лифтом очень хорошо в доме. Сейчас в списках на замену подъемники 70-х и 80-х годов. План на текущий год – 4200 лифтов. Сроки установки нового оборудования для каждого дома индивидуальны. Если, скажем, дом 9-12-этажный, то это где-то порядка 35 дней. Для домов выше 12 этажей до 16 – это 45-50 дней. Если дом еще выше, то это может быть до 2 месяцев.
В рамках государственной программы «Жилище», рассчитанной до 2016 года, в ходе реализации технического регламента о безопасности лифтов и проведению мероприятий по обновлению лифтового оборудования, доля лифтов в жилищном фонде, находящихся в эксплуатации более 25 лет, к 2016 году будет снижена до уровня 30%. На это из городского бюджета выделят более 34 миллиардов рублей. Модельный ряд лифтов обновляется постоянно. Современный дизайн успешно сочетается с функциональностью и безопасностью. Кроме того, новые кабины антивандальные. Покрытие панелей позволяет легко смывать практически любые рисунки. Кнопки в таких кабинах нельзя вытащить или поджечь, а лампочки невозможно выкрутить. Но, пожалуй, главное достоинство модернизированных моделей – то, что ими удобно пользоваться людям с ограниченными физическими возможностями. Здесь увеличен дверной проем для того, чтобы мог инвалид-колясочник сюда въехать. И также увеличена глубина кабины для этих же целей. Для удобства кнопки приказа размещают не только вертикально, но и горизонтально. Номера этажей обозначены системой Брайля. Есть голосовое оповещение о прибытии на этаж. Более детально продуманы вопросы безопасности. Например, фотоэлемент, который обнаруживает посторонний предмет и не дает лифту закрыться, теперь расположен по всей высоте дверей. Двери будут открываться до соприкосновения с препятствием. В планах на будущее установить в кабину дисплеи, на которых можно будет показывать справочную информацию и оповещать жителей о городских мероприятиях. А если лифт внезапно остановится, застрявшему в шахте пассажиру помогут правильно оценить ситуацию и побороть страх. При вызове диспетчера мы уже можем видеть и слышать диспетчера в живое время. Также диспетчер может видеть и слышать пользователя. Таким образом, мы можем и предостеречь от каких-то неправильных поступков, если человек, предположим, пытается выбраться самостоятельно. Модернизация затронула и механизмы управления лифтом. Производители стараются сделать важные элементы этого агрегата не только более надежными, но и компактными. Для использования данной лебедки нам не требуется машинное помещение. Тем самым мы можем от него избавиться. И жители, либо офисные здания могут уже использовать это помещение под какие-то свои нужды. Значит, изменение этой лебедки – это плоские полиуретановые ремни, которые создают нам большую безопасность, большее качество, уменьшают износ. И, конечно, прежде чем новый лифт отправят на установку, все механизмы и системы, отвечающие за исправную работу подъемника, тщательно проверяют. Идет подключение к стенду-имитатору. Стенд-имитатор представляет собой реально шахту лифта. Данное изделие в течение 4 часов в режиме непрерывной работы, будем говорить, управляет лифтом, который идет с 1 по 30 этаж туда-обратно. Особое внимание сегодня уделяют вопросам энергосбережения, ведь с этого года платить придется, исходя из установленных социальных норм потребления. Стоимость электричества понизит, однако за перерасход придется платить больше. В соцнорму войдут и общедомовые нужды, а значит, киловатты на освещение лестниц, подъездов, а также работу лифтов будут считать по повышенному тарифу. Так что сделать подъемники экономными – отдельная задача, стоящая перед городом. На одном из двух обслуживаемых домов установлен лифт с энергоэффективным оборудованием. Ежедневно снимаются показания, и мы видим, что текущие показания на лифте без энергосберегающего оборудования 3,7 кВт, на лифте с энергосберегающим оборудованием, где установлена система Regen 0,88, и, соответственно, разница между данными показаниями составляет 7,7% экономии электроэнергии. Современные технологии позволяют новым лифтам не просто экономить электричество, а вырабатывать его и возвращать обратно в здание. Пока это пилотный проект, но жители дома, которые участвуют в эксперименте, в отличие от соседей по району, уже сейчас не переплачивают. Эксплуатацией столичных лифтов сегодня занимаются две крупные организации. У каждой большой штат электромонтеров и современная диспетчерская, которые позволяют следить за состоянием оборудования и своевременно принимать решение о замене лифта. На вот эти вот мониторы, которые мы видим, приходит вся информация по сбоям, по всем заявкам. Также мы можем отслеживать автотранспорт, который задействован у нас в обработке этих заявок. Но как бы далеко вперед не шагнула система контроля и диагностики, лифт – это в любом случае механизм, и он не может не ломаться. У каждой из этих компаний есть крупный склад запасных частей. Здесь можно найти детали как для обслуживания старых моделей лифтов, так и для возможного ремонта современных систем. Все подъемники, используемые в городе, отечественного производства, так что проблем с нехваткой запчастей не возникает. Здесь у нас, поскольку хранится, во-первых, весь номенклатурный ряд запасных частей, деталь, которая берется и вывозится на прорабский участок, тут же замещается деталью
точно такой же. Регулярная диагностика и использование современных технологий – залог долгой работы новых лифтов. Однако безопасность передвижения в этом транспорте во многом зависит от самих пассажиров. Статистика говорит о том, что чаще всего в кабинах лифтов люди травмируются из-за собственной беспечности. Так что о правилах поведения при перемещении с этажа на этаж не стоит забывать.